Нет, о чем мы всю жизнь раздаем разные вопросы? А потому что вы не с того кандидата агитируете. Да. Естественно. Говорят, что согласованы были листовки на митинге, нет? А на каком основании социальную карту у женщины забрали? Объясните. Человек может незаконно раздавать, если мы организаторы, мы за. Хорошо. Подождите, это ее личный документ. Отдайте ей. Чтобы она в толпе не затерялась. Она не затерялась. На каком основании вы забираете действительно документы? Митинг согласован. Верните документы человеку. Не имеете права. Вы превышаете свои полномочия. Позор! 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 Тут дело в другом. Надо вернуть документ. На каком основании? На каком? Должно быть какое-то основание, чтобы забрать документы. Никаких оснований нет. Я нету. Сейчас звоню и говорю, что у вас... Совершенно верно. Ну давай быстрее. Товарищи, я звоню 112 и говорю, что тут проходят незаконные действия. Нельзя снимать документы. Нельзя. Разойдитесь. Сейчас я почитаю, прежде чем расписаться, я должна почитать, о чем я расписываю. Спрашиваю разрешения. Нет, ну полицейская машина, понятное дело, за ней, они нарушают закон. Он предъявил, тот, что сидит. А этот на букву Х даже не сказал, что он вообще. Что содержание? Какое содержание? Какие вопросы? Вы в курсе, что сейчас агитационная кампания идет, товарищ? Сейчас выборы мэра. Это все в рамках закона. Закончить, отдать документы и разойтись, потому что нет. А есть предложение дождаться оперативного срока. А при чем оперативный срок? На каком основании вы называете оперативный срок? Никто ничего не нарушал. Вы превышаете свои полномочия, товарищ. Это совершенно очевидно. Я свои полномочия не превышаю. Превышаете. Вы нам не объяснили ничего. На каком основании вы изъяли документы человека? Вы могли показать, она могла показать. Я доверенное лицо. Пожалуйста, объясните. Я помощник депутата к тому же. Вот объясните, что происходит. Уже позвонили. Сейчас он мне представит. Вы себя ведете, значит, послушайте. Дайте спросить. Она вам предоставила документ добровольно? Предоставила. Вы можете также на время сейчас... Пока не могу. Передать. Так, почему? Товарищ полицейский, представьтесь, пожалуйста, у меня вам есть вопрос. Представьтесь мне, пожалуйста. Старший сержант полиции, пожалуйста. Все согласованы, в том числе с горосбиркомом. Какая, так сказать, вожа под хвост попала этому сотруднику полиции, непонятно. Претензий он свои озвучить не может. То есть, на мой взгляд, просто идет незаконное задержание. Уже вот полчаса почти удерживают женщину. Женщина в возрасте тоже. Женщина в возрасте, это стресс. То есть, на мой взгляд, идет воспрепятствование нормальной агитации. Какая цель стоит у полиции, непонятно. Это я расцениваю как провокацию. Ничего не подписывают. Слышите? Я смотрю, потом все вопросы. Ничего не подписывают.